Токио в центре, и это здание самое главное во всем мире. То есть здесь творят чудеса дизайнеры, здесь самые, конечно, лучшие инженеры. Мы зашли, нам запретили заснимать, но там есть Toyota Century, который стоит 26 миллионов йен. Это главный офис Японии. Покажем вам в этом выпуске из Японии очень много интересных машин, дилерских центров, ночной дрифт, если получится, и ночные парковки, где зарождалось и продолжается действие Форсажа, где крутые тачки, интересные, и будут вам интересны. Следите, наблюдайте. Ребят, Honda Accord в Японии, в Токио, гибридная версия полностью, потому что сейчас машину будут угонять, вот уже одну машину угонять уже назад. Надо было быстро ее вам отснять. Здесь цена автомобиля 5500 пополам, примерно 3 миллиона рублей она здесь стоит, такая машина. Honda Accord, новая, 24 года, гибридная версия, ребят. К сожалению, у нас сейчас санкционы, ее привезти нельзя. Смотрите, одни таксишки, такси, о, Lamborghini даже есть, красиво аж. Поехала. Но самое главное, ребят, это вот это, Nissan. Я даже не знаю, что это. Планируем, короче, может быть, на днях прийти посмотреть. Может быть, снять какое-то видео, если получится. Хоть такие... А, дверь даже открывает, нифига себе. Это какой-то болид. Ну, и есть, естественно, GTR стоит новый. И Nissan Ariya. Полностью электрическая машина. Шикарные, конечно, машины. Кстати, Nissan. Шикарные вообще прям. Nissan GTR. Шел мимо и увидели в гараже. Excuse me, please, video. I can't film, please, no. Sorry. Хотел, короче, снять видео и не разрешили. Century, Toyota. Thank you very much. Не разрешили. Вот так японцы огородили, разделили. Ой, ни хрена, она трясется. Земля трясется, эти плиты трясутся, конечно, жестко. Короче, японцы огородили все машины по линиям, направлениям. Все прям правильно, красиво. И, походу, будут делать там асфальт. Вот, красавчики. Показал ему движение, что можно, и поехал, красавчик. Это дилерский центр, ребят, Nissan. Смотри, он стоит и клонится. Приятно вообще. Что-то меняют здесь, новый iFar стоит. Красавчик, вижу, что там Toyota Corolla Cross стоит. Хайсик стоит и стоит гибридный хорек.
в Виллинском центре Honda. Это Honda Civic. Цена его примерно здесь 3 миллиона иен. Это примерно 1 700 000, 1 800 000 стоимость машины такой. Как бы вот такая машина будет стоить в Японии полностью 24 года 1 700 000 примерно. Это Honda ZR-V. Это похоже как на CR-V. И ее стоимость, ребят, 3 500. Это примерно 1 900 000 в рублях. Можно купить в Японии такую машину. Конечно, цена очень дешевая, но ее можно привезти у нас с аукционов. Ее цена примерно около 3 миллионов рублей будет стоить. Новая 24 года, ребят. А за счет четверка и цена ее практически 4 миллиона иен. Это примерно 2 миллиона рублей. Я считаю, это очень дешево. Здесь 2,2 двигатель, 147 машинных сил. Очень все симпатично. Есть даже проекция на лобовом стекле. Здесь ничего, и доступ есть. И кожаный салон, красная подвесочка здесь, конечно, и смотрится очень симпатично. За такие деньги реально у нас в России бы эту машину очень хорошо покупали, если даже шла у нас в комплекте вот такая вот опция бы. Особенно у нас дальневосточники бы ее покупали бы с радостью, мне кажется. Очень так интересно смотрится. Здесь какая-то присоска, и эта присоска прикручена крепление для держания. Вот технологии, вот чудеса. Все, пока. Поехала. Ребят, вот настоящий Rolls-Royce. Но это, естественно, британская машина. А здесь Century. 26 миллионов йен. Это практически 19 миллионов рублей. Машина шикарная, конечно. Смотрится вообще шикарно прям. Это самая лучшая, самая бомбическая машина в Японии считается. Это считается легендарная машина. Даже Mercedes так себе чуть-чуть. А Century — это, конечно, прям вообще легендарная тачка. То же самое, что Rolls-Royce и Century. Вот реально, кстати, Rolls-Royce как выглядит. И Century — это вообще считается самая лучшая тачка, что японцы придумали, пытаясь обогнать Rolls-Royce. Конечно, не обманет ее, но это чисто для местного рынка придумана такая машина. Смотрится, конечно, вообще шикарная она. Мы находимся в Токио, в центре, и у нас здесь будет Nissan Формула E. Это электрическая машина, и пойдем посмотрим. Nissan Ariya. Я вам уже показывал ее в диском центре. Машина, цена 8 600, делим пополам, примерно 4-5 миллионов рублей будет стоимость такой машины. Естественно, смотрится очень красиво, футурично. Все, безусловно, красиво. Уже все горит. Ай, красивая, красивая. Все, LED, ЖК, кожаный руль, кнопочки. Happy Pink, гибридная вроде машина или электрическая, честно. Я вам покажу сейчас чуть-чуть. Посмотрите. Это же произведение искусства. Колеса. Немного о этой машине. Это Nissan Формула E Nissima. Длина ее 5100, 1,77 м это ширина, и высота 1,50 м. Получается, минимальный вес у нее без водителя 900 килограмм. Батарея весит 385 килограмм. Киловатт 250 у нее максимальная сила.
Мы находимся в удивительном месте. Я лично в таком месте первый раз живу, вижу первый раз такие машины. Просто мимо шли, увидели. Мы приехали на Subaru, это легендарная Subaru Evo, конечно, крутая тачка. Стоит она здесь намного дороже, чем привезти из Японии. Subaru Evo, центр Subaru, пойдем зайдем, посмотрим. Конечно, он такой тухлый, но покажем вам. Ребят, мы находимся в BMW-центре в Токио, где представлена новая семерка. Цены вообще прям реально поражают, они очень дешевые. И вот такие обычные BMW, где есть еще M-Competition. Пойдемте посмотрим, расскажу вам, покажу. Ребят, шины в Японии. Короче, обычный прайс. И здесь, в зависимости от размеров, вот размеры, и делим цену на 0,6. Естественно, здесь Tesla есть, райончик, и вот такие ряда резины. Ой, sorry. Мы находимся на Daikota Parking в Японии, в Токио. И расскажу немного о том, как сюда попасть. Потому что сюда попасть реально проблема. Мы приехали сюда, естественно, на метро с центра, потом на автобусе, и было очень тяжело сюда добраться. Добрались, очень долго ехать, около часа, может полтора. Honda Civic, 2 литра, 108 лошадиных сил. Красавчик, конечно. Краун, легендарный, красавчик. Краун, конечно, ресовский. Просто как обычно. Prius новый. Тоже очень часто встречается в Японии, в Токио. Но не такие количества, как, например, хотелось и думалось. Коробочка. Опа. $250, конечно, красавчик. Что сказать. Довез был насчет дома, был вообще красавчик вдвойне. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красавчик. Ребят, новый Crown такси. Будет интересно спросить, сколько он стоит. Спросим сейчас. Это Краун полиция, ребят.
Безумно красиво. Прям приятно посмотреть. Шикарный прям. Опачки, и поехал дальше. Это Альфард. Крутая машина, конечно. Обожаю ее здесь, потому что их очень много. Это машина, как у нас Prius таксисты. Ребят, хочу рассказать вам про дорожное покрытие в Японии и сравнить именно с пробегом 100 тысяч, например, или чуть побольше, там 130. Ребят, хочу вам рассказать о манере вождения людей. Они очень ездят медленно, даже такие более скоростная трасса. Здесь они не перестраиваются так нагло, как у нас, подрезая. Здесь все спокойно, все мильно ездят. Вау, что за машина, конечно, прикольная, вообще шикарная. И скажу сказать, что нужно для того, чтобы получить здесь права. Ребят, в каждой машине у вас есть система ETC. Когда вы включаете машину в кнопку старт, происходит ETC, но как? Вот это значит, что японцы, это значит платная опция, платные дороги для японцев. Сейчас видим, как машина заезжает и автоматически открывается шлагбаум. Ничего больше, это то же самое, как в Москве платные дороги. И все. Ребят, Toyota Mirai. Водородная машина, полноценная. Немного покажу вам три яруса дорог в Японии. Это первый у нас этаж, да? Второй этаж и третий этаж. Это все едут машины. Вот машина поехала. Вот второй этаж. Вон там третий этаж. И все на этажах. Все красиво, конечно, сделано. Когда идешь здесь, все трясется, конечно. Но сделано, конечно, вообще отлично. Продумано. Японцы на самом деле очень умные люди. Красавчики. И вот парковочка здесь. Опа. Очень дорогая. Три этажа, ребят. Производятся, короче, работы дорожные. В центре практически. И вот стоят люди специальные. С каждого угла, прям после этих 4 человека. То есть вот один. Второй, третий, четвертый. И они прям людей отграждают, говорят, куда идти, делают направление, то есть вообще необычно. Мы находимся в дилерском центре Honda, к сожалению, он закрытый, и расскажу вам машины, которые стоят именно здесь, в Японии. Ребят, первая машина это у нас... Он заправился на 25 литров, 1 литр стоит практически 200 йен. 200 йен это практически 120-130 рублей. То есть, ну, 130 умножаем на 25, ну, сами, ребят, посчитайте. То есть, бензин здесь дороже, чем в России. Пали на ДТП. Как происходит ДТП в Японии, а как он у нас? Вот даже приехала теле ТВ и снимает происшествие. Ребят. НКС, знаю, самый интересный, самый, ну, такой прям масштабный из инженерии для автомобилей. Я такого в жизни не видел. Этот стенд для меня самый интересный, ребят. Здесь машина.